коробки замотаны скотчем, тягается каждый день. Вот такой моноход от Xeony с жесткой фиксацией на 180 градусов, с поворотным механизмом, с небольшой треногой и с возможностью работать как с иголкой. Причем кнопка съемная, можно установить как треногу, поставить видео, отойти и снимать будет от кнопки с радиусом действия 10 метров. За 2 месяца ушатался не сильно, работает идеально. Механизм не разболтанный, хотя использовался очень часто, практически каждый день. Магнит на ножке хороший. Чем селфи-палка не может похвастаться от Meizu, такая же. Единственное, что хотелось бы, чтобы здесь был механизм для камеры. Но я думаю, это можно как-то доработать самому уже, сделав штатив здесь, вот в этом месте.